Всем привет, дорогие мои зрители, подписчики. Вот уже много лет вы смотрите за моей жизнью на моем канале. И вместе со мной радуетесь, и грустите, поддерживаете меня. Даете мне такую, знаете, силу, мотивацию какую-то. Учитывая, что я такой тревожный невротик, умеете меня вовремя остановить где-то. Очень хорошие всегда комментарии, мудрые. И я всегда так... Всегда беру себя в руки, понимаю, что я на правильном пути, но только нужно немножко меньше каких-то себе, знаете, установок давать, потому что, ну, невозможно объять необъятное, невозможно быть идеальным человеком, вот, и так далее. Сегодня не хотела выходить раньше в эфир, потому что, да, были у меня какие-то недоделки, и я еще плюс понимала, что многие хозяечки заняты вот этими последними приготовлениями предновогодними, составляют меню, и точно так же, как и я, кто-то еще подарками занимается, кто-то еще уборкой. В общем, нужно нам как-то, вот знаете, для того, чтобы обновиться, нужно доделать все старые дела. Ну, точно так же я занималась такими домашними делами. Немножко у меня было на душе плоховато, не... беспричинно, вот какие-то физические ощущения, но хорошо, что у меня есть такие люди, которые могут вовремя поддержать. Сегодня заскочила Света ко мне, посмотрела мою кухню, ей все понравилось, и для вас, зрители, я говорю, что я сделаю хорошее видео, которое будет, ну, рум-тур по кухне. Просто сейчас, ну, вы поймите, сейчас некогда. Ну и хочется, чтобы было как-то идеально, красиво. Потом немного я и поплакать успела, и что-то поделать. С Алиной переговорила, она мне, конечно, спасибо тоже ей. Она тоже умеет найти такие слова, чтобы, ну, вовремя. Вовремя, знаете, как бы, чтобы просветление. Нет, поговорив с Алиной, у меня сразу четко вырисовывается план, что мне нужно делать. Уже. И хорошо, что у меня есть муж, который все-таки находит слова. И я говорю: Вовочка, Вовочка, пожалей мне, ну так плохо, ну так что-то плохо. И он, в общем, нашел слова. Поддержать меня. И, в общем, у нас тоже уже были планы, какие я не буду пока рассказывать. Не знаю, кому интересно, сегодня все заняты делами. Может быть, кто-то меня включит фоном, когда будет на кухне заниматься приготовлениями. Я думаю, что сегодня все делают заготовки для салатов. Ну, у каждого свое меню, какие-то традиции. Я хочу, знаете, что еще сказать? Что, пожалуйста, не смотрите, как у людей. Не расстраивайтесь, если у вас, ну, может быть, не полная семья, а вы один, или, ну, что-то, может, в материальном плане не так. Не смотрите на то, как у людей. Подумайте о том, чего бы вам лично хотелось. Может быть, кому-то хочется вот прям кому-то сделать приятное, вот быть полезным. Сделайте это. Кто-то хочет, чтобы ему оказали какое-то внимание. Напомните о себе. Если вам не хочется готовить, сделайте, закажите доставку. Порадуйте себя просто просмотром, может, фильмов каких-то. Ну, что я советую? А, и самое главное, запланируйте следующий год. Подведите итоги, хорошие итоги. Запланируйте хорошее на следующий год. И точно цели поставьте. Вот я, между прочим, в прошлом году писала цели. Посмотрела Наталью Грейс, кто меня смотрит, и там... Помню комментарий под моим видео, когда я посмотрела этого психолога и что-то рассказывала. Был комментарий, и эта женщина, которая прошла вот такой жизненный путь, смотрит каких-то психологов. Да, ну, это обо мне, да, я сама могу быть мотиватором. Но, знаете, даже идеальной красоты модели чувствует какую-то потребность, чтобы видят недостатки в себе, потребность какую-то, чтобы, наверное, ее хвалили. Вот так же я
все умом понимаю, но в душе все равно мы все ранимые, какие-то чувствуем себя несовершенными, где-то на фоне кого-то. Ну и вот Наталья Грейс, она сказала, что сделать вот такой четкий план. Не просто хочу денег, не просто хочу там, ну, каких-то такие не очерченные желания. И я писала, зарплату там хочу такую-то. Потом писала, ну, там, ремонт четко описывала какой. По-моему, подписчиков, не помню, какие количества, не помню. Мне кажется, или 5, или 50, или 100. Ну, это вот, надо найти старые записи. Поэтому вот, ну, между прочим, я даже не представляла, как я там на своей работе сделаю вот как-то такую зарплату побольше, да? Каким способом? Ну, может быть, пойти еще на подработки, может быть, YouTube принесет какую-то еще доход какой-то. Ну, а потом оказалось, я вот сейчас только вспомнила о своих записях, а потом получилось так, что я дошла до этого тем, что я приняла решение и сменила работу. Поэтому пишите планы, цели, и будем достигать все вместе. Так, теперь, не знаю, уже много, может, сказала о этих, о заготовках, о меню. Вова 1 числа, в общем, 4 утра он уезжает, ну, встает и все, уезжает. Начинается вахта, то есть начинается работа. Поэтому пить, гулять, там, такого в семье мы не будем. Может быть, он посидит с нами, потом ляжет, и, может быть, мы с детьми. А дальше как пойдет. Я вообще люблю экспромт. Но даже если я просто полежу в телефоне, посмотрю какие-то концерты, я вообще ни капельки не расстроюсь. Но стол же нужно накрыть. И я сегодня решила спросить все-таки, кто чего хочет. Матвей говорит, мама, я хочу красной икры. Я говорю, красная рыба не подходит. Она, я хочу красной и черной. Ну, в общем, хотя бы красной. Я пойду завтра куплю красной икры. Куплю батон. Не знаю, красная икра, ну, 250 рублей, ну, наверное, дороже. Ну, хочет ребенок. Намажем бутерброды. И просто наедимся. Егор хочет суши, мы купим суши. Я сотрудница... Слюнки потекли. Сотрудница сказала, что она будет делать голубцы. И, в общем, я тоже. Я люблю голубцы. Это же можно есть. И, то есть, 1 числа мне тоже на работу на 12. Ну, голубцы я люблю, обожаю. Вот у меня, пожалуйста, заготовка листья голубцов. Ну и все. А там, если у меня будет вдохновение, я еще приготовлю, может быть, какой-то салат, картошку, может, мясо. Ну, как обычный день. Пройдусь по магазинам еще, что-нибудь куплю. Может, подарки какие-то кому куплю, если у меня будет вдохновение. У нас сегодня мороз был на улице. Снег, мороз, зима. И что еще? Давайте покажу все-таки вам немножко кухню. Хорошо вот так стало нам всем на кухне жить. Я повесила сегодня штору. Штора висела это в комнате у Вовы. И она подошла сюда, потому что его там сняли. Там у него сейчас склад. И мне очень нравится. Единственное, что ну, вот эту белую штору посредине ну, можно было пониже опустить. Но там нужно купить такую беечку, чтобы она была симпатичная. Это нужно уже сходить в магазин, и поэтому я решила сделать вот так. Ну, мне кажется, красиво. А я вообще шла с улицы, выглядит очень красиво. Красоте жить очень приятно. Я вообще, я даже удивляюсь. Я не удивляюсь, я понимаю, почему я такая нервная. Потому что жить в ободранном помещении... Это сколько нужно было терпения и сил моральных, как бы успокаивать, находить какие-то доводы. Нужно было давно взять кредит. Но еще же борьба с мужем и со страхами тоже.
С мужем в плане чего борьба? Конечно, огромная ему благодарность, что наконец-то он все-таки принял решение, и скорее всего, оно было своевременным. Почему? Потому что если бы он раньше согласился, возможно, мы бы не выбрали именно такую кухню. Я бы все-таки пожалела денег, он бы сдался раньше, когда денег у нас такой суммы не было, и кухня была бы совсем в другом стиле. А сейчас у нас кухня настолько хорошая для нашей семьи, нам тут так уютно, мы не можем тут расстаться все на кухне. Да, Вовочка? Я лучше жить просто не вижу. И я вот и похвалила мужа, что он благодаря ему, принятому решению, но он похвалил меня, он сказал, что какая ты молодец, через тернии к звездам. То есть я преодолела преграды, вот такие, самое основное было, это сопротивление Вовы, что он не хотел это все делать. Но уже повторюсь, что, скорее всего, вот именно сейчас нужно было это сделать, потому что нам сейчас очень хорошо, уютно, красивая кухня, функциональная. Но в кухне потом расскажу, что еще у нас, какие изменения. Так, из изменений сегодня поставил Вова шкаф очень быстро. Егор ему помогал, забивал гвозди. Ну, Егор уже с опытом, он же, помните, свой пенал собирал в прошлом году. Вот такой шкаф, обычный платиновый шкаф. Здесь, ну, куртки зимние, конечно, 3 точно поместили, 4 не знаю, выдвижная вот такая штукенция. Там будут помещаться сапоги, те, которые не помещаются в эту, вот эту тумбу. Вот. Осталось еще, я не знаю, еще картины какие-то повесить. Так, ну еще покажу вам елочку небольшую. Тебя не показываю. Елочка такая у нас, вазочка с елочкой и гирлянда. Вот. Так что всех с наступающим Новым годом. Я думаю, что 2022 год будет лучше, чем 2021. Еще лучше. Я думаю, все будет у нас у всех хорошо. Хотя, я думаю, будут изменения, может, какие-то глобальные. Но, надеюсь, у нас все будет у всех хорошо. В общем, всех с наступающим. До новых встреч. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч в новом году!